Пока я тут готовлю кушать, смотрела анимагию. Митинг в стране, Навальный арестован. Кто такой Навальный, даже не имею понятия и знать не хочу. Со слов анимагии я понимаю, что это просто обычный какой-то чувак. Что это чувак, который высказывал просто свое мнение. И якобы просто. Я думаю, анимагию знают все, поэтому ссылку даже не имеет смысла оставлять. Это видео вы найдете, оно по популярности набирает сейчас обороты. На данный момент на 49-м месте в разделе популярности. Так вот, отрывки, которые они вставляли в сам видос из митинга, очень мне напоминают Майдан. Они, конечно, об этом не заикнулись, но мне очень напоминает. С этого все начиналось. Вот объясните мне, чего хотят граждане? Нет, не так. Чего хотят граждане россияне или русские? Кому как угодно. Граждане России, окей. Наверное, участи Украины, да? Потому что, мне кажется, к этому все близится. Все как-то уж очень похоже. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Сколько можно жаловаться? Просто сидят у телевизоров, не понимают ни хрена, что, зачем, почему. Как можно не понимать, что идет просто информационная война? Кого лучше Путина вы найдете? Вот объясните мне, кого он на плаву держит уже сколько лет Россию? Если бы эти все года, сколько он был у власти, побыл один, побыл второй, побыл третий, то Россия бы была бы сейчас в такой же жопе, как и Украина. Вот не хочу о политике говорить, но все равно я не могу сдержаться, я не могу... Остановитесь! Янукович звонил и говорит всем... Остановитесь! Вы сами убиваете страну, вы сами ведете к тому, что будет опять гражданская война, либо хаос. Зачем? Поймите, интересы у всех разные. И будет всегда разделение. Одни за, другие против. Зачем бороться с этим? Всегда так было. Просто кто-то затыкался и сидел молчал, а кто-то орал. Я не знаю, у меня... Просто нет слов. Зачем это делать? Ну вот все то же самое повторяется. Все. Просто дебилы.